Всем привет! Сегодня к нам на анбоксинг и краткий обзор попал Dodge X20L. Давайте распакуем его и посмотрим, что он из себя представляет. В комплекте у нас идет сам телефон, блочок мощностью на 1 ампер, кабель microUSB. Также в комплекте у нас идет чехол, довольно простой, пластиковый. Инструкция и гарантийный талон. Приступим к аппарату. На телефоне у нас наклеена уже защитная пленка. Довольно хорошего качества. Наклеена без пузырьков. Цвет аппарата серый. Варианты цветов золотой, серебро и черный. Материалы прочной сдачи стекло. Материалы корпуса пластик. Аккумуляторная батарея емкостью 2580 мАч. Также здесь находятся два разъема для сим-карты и один слот для карточки microSD. Здесь у нас установлена двойная камера и светодиодная вспышка. На нижней части у нас находится полифонический динамик. На лицевой части у нас находится разговорный динамик и камера. Также здесь установлено две сенсорные кнопки, одна механическая кнопка. На верхней грани у нас расположен 3,5 мм джек, на нижней грани находится разъем microUSB. Здесь же находится микрофон. Кнопки включения находятся на боковой грани, кнопка включения и качелька громкости. Размер аппарата 71-154,9 мм, вес 174 грамма. Программное обеспечение Android 7.0, процессор 4-ядерный, quad-core MediaTek MT6737, 5-дюймовый IPS-экран с HD-разрешением 1280 на 720 пикселей, основная двойная камера 5,5 мегапикселей, фронтальная 2 мегапикселя, оперативной памяти 2 гигабайта, встроенная 16 гигабайт, поддержка карты памяти до 64 гигабайт, подключение Wi-Fi, Bluetooth и microUSB, навигация, GPS, поддержка сетей 3G и 4G. Также здесь есть поддержка радио. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, в комментариях пишите, на что бы вы еще хотели увидеть, анбоксинг или обзор. Пока!